Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренний конфликт? Да в самой Африке, посмотрите, Сомали, что там происходит много лет. Почему бы там не навести порядок? А в других странах мира? Мы везде будем бомбить и наносить ракетные удары? Надо дать людям самим разобраться. Говорили о закрытии неба. Ну хорошо. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Наверняка при этих ударах гибнут люди, которые там... Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? Ливия, между прочим, по запасам нефти занимает первое место в Африке, а по запасам газа четвертое место в Африке. Сразу, конечно, напрашивается вопрос, не это ли является основным предметом интереса тех, кто там сегодня орудует.